Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас рубрика «В стиле ретро», и в этой рубрике будет представлена игра «Убойный футбол XXL». Такая специфическая все-таки игра, в которой может так или иначе не каждый сыграть. Кто-то пытался, у не у всех получалось. Я в нее играл, но на мою беду это было слишком давно, так что никаких преимуществ в сегодняшнем матче у меня не будет против компьютера. Настройки. Так, значит, пайдер сложности тут нет никакой. Я прошел полностью, выиграл турнир. Там играешь матчи на вылет. Из команды соперника то одного, то двух игроков можно было набирать. Так как я не прошел, сейчас буду. Я установил его недавно, вот специально для этой рубрики. Мы сейчас сыграем один игрок. СК Мотор против СК Эвкалиптус. Видите, обезьяны, ящерицы, носороги у меня не открыты. Там даже горело, наверное, рисовое поле. Я настолько... Так, время 2:10. Нет, слишком много. 2:05 включены. Ну что, начнем это безумство. О, у меня даже получилось кого-то обвести. И гол мы забиваем. Деку-доку. Мать моя женщина. Да, тут можно и удаление схлопотать, и желтую карточку. Поэтому... Я не ту кнопку нажал. Мне мяч отобрали. И Эвкалиптус идет в атаку. Ральф Шмахер с мячом. Вот, а даже своего рода ускорение есть. И вратарь забирает мяч. Тут угловые, кажется, есть. Еще раз говорю, игра специфичная. Фига себе, накатан нам забивает гол. Да, мы все видели. И ничего не было, судья. Да вы слепой. Бросает наш эвкалиптовый игрок. Я хотел вообще бахнуть. И 2-1. Чингаджигук. Чкук. Да. Получилось, мяч накрыли. Павел Медвед у меня сейчас. Нифига себе, накатом против него. И хорош. Да что ты будешь делать? 2-2 счет. Мяч, нет, не уходит. Чуть-чуть не точно. Ну, наш вратарь супер, поэтому... Да что ты будешь делать? Фига себе накатом, снова в деле этот парень.
И товарищ судья, желтую, желтую, пожалуйста. Вот, да, тут можно удаление схлопотать. Я по незнанию играл. Первый матч, это так и... Хорошо, удар был, но Оливер Хан, он на то есть Хан. Он забирает этот мяч. Да что ж такого, Оливер Хан снова в деле. А тут Чингачгук. Нифига себе накатом. У него желтая карточка. И наш игрок Ральф Шумахер. Просто блестящий. Прокидывает сам себе на ход. Да. И это желтая. Ну-ка, 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 судья, судья. И да, желтая карточка. Такие звуки они издают. Оливер Хан не хочет. Оли Хан. Плохо, что еще. Хорош наш вратарь, что не видно вот картинку поля в масштабе, кто где находится. Бьем мы 35-я минута, сейчас у нас идет, и мы проигрываем пока 3-2. И Роберто Карлсон забивает нам гол 4-2. Нас обыгрывают. Хотя мы ничуть не хуже. А в некоторых аспектах мы даже получше смотримся. И снова Карлсон. Из нашего вратарь сейчас блестящий. Не там сзади хотят нам наступить на пятки. Не получилось. На последнюю атаку у Эвкалиптуса мы проигрываем 4-2. Что все, да, свисток, судья. Первый тайм мы проиграли. Свободным ударом. Голы, фолы. Но у нас даже влачение... Роберто Карлс. Опасно. Хорош вратарь. И. Красная карточка. Ребята, мы в большинстве. У нас есть шанс на победу. Не, Доку пробил не точно. Ну, теперь главное нам не схлопотать ненужные ошибки, ненужные карточки.
мяч потеряли. Вначале получше получилось. Ральшмахер, может, ты что сделаешь, чувак? Нет, Хан забирает все. Это у нас шанс сейчас. Нет. Не особо кидается в отбор мяча, защитник последний. И снова забирает Олин Хан. Матч. И гол! Павел Медведь. 4-3. Мы в игре. Мы можем еще вытащить этот матч. Если, конечно, сейчас фигаси накатан. Нет, Роберто Карлсон супер действует. И в атаку пошли. 3-1, ребятки. Не туда я нажал, блин, такая атака могла сейчас. Тут перехватывать надо. Мяч, мяч. Хорош наш защитник, точнее наш вратарь. Ральф Шмахер, он уже просто выжат как лимон. Что-то Оли Хан забирает. И снова Оли Хан. Последние 5 минут пошли. И это пенальти, кажется. Желтая карточка. Пенальти, у нас есть шанс. Да, 4-4, деку-доку. И ничья в основное время, 4-4. Джираки Роберта Карлсон. Ох, у нас овертайм. Напомню, у соперника на одного игрока меньше.
А мы творим какую-то хрень. Мы идем в атаку. Нет, то ли хан забирает. Чингачгук с мечом. Против него Павел Медвед. Прессинги. Ну, у меня уже игрок просто встал. Просто тупо отдали мяч сопернику. Ну еще несколько усилий. Не прокатывает. Вау, это какая-то фишка, которую надо будет сделать. И второй овертайм. Ну, еще начинает соперник. Родной. Попробуем сейчас одну фишку, если нам даст соперник. Нет, не дает нам соперник. Без того угла я бью. Ну, игра интересная, скорее для детей, чем для взрослых. Чем вспомнился эта игра? Ну, играл я в нее в детстве. Прошел до конца свой антураж. В этой игре все-таки был. Особенно было забавно и прикольно играть против ящериц, носорогом. Хотя, ну, было... Да, вот так вот мы гол пропускаем. И все, и проигрываем в итоге. Нас супер играл. Фига себе, накатывался игрок матч. Нас супер действовал наш голкипер. Это просто тоска. Вот такой получился матч в убойном футболе. На сегодня это все. С вами был Андрю Файв. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, комментируйте мои видео. Пока-пока.